Семейный бизнес – двигатель экономики. В этом уверена кандидат в президенты Карахат Абден. Свое мнение на этот счет она высказала жителям Алматинской области. На встрече с многодетными семьями, а также представителями малого и среднего бизнеса в Талгаре, Абден познакомила избирателей со своей предвыборной программой. Побеседовали также о сохранении и приумножении семейных и национальных ценностей. Позже Карахат Абден посетила село Туздыбулак. Там она побывала на молочном предприятии семьи Отеп. Семейный бизнес – это поистине то, что продвинет нашу экономику. Каждая семья, каждый человек должны не только ждать чего-то от государства, но и действовать сами, я так считаю.